Вот пришла вам в голову муть, что у вас сейчас, вы тут на полустанке одни, сейчас у вас забьется сердце, и вы умрете немедленно от сердечного приступа, и некому будет вам помочь. Ну, слушайте. Будет плохо. Вот. Но если у вас есть ваше сознание, которое обладает знаниями о том, что ну так, от этого никто не умирает, паническая атака – это просто невроз, вот. Бьющееся сердце – это хорошо и неплохо, вот. Задохнуться самому невозможно, если только не заткнуть себе чем-нибудь, понимаете, вот это все, вот. То вы можете вмешаться и начать организовывать свое внутреннее вот это бытие.